Каждый год сотрудники детского сада «Лукоморье» поселка Новодрожино организуют памятное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году программа была особенно насыщенной и интересной. О празднике, его участниках, а также подарках смотрите в материале Ларисы Вольновой. Памятное мероприятие в деревне Дрожжино началось с возложения цветов к обелиску погибшим воинам, жителям этой деревни. 4-5-летние крохи дружными колоннами подходили к памятнику и укладывали гвоздики, а затем получали от воспитателей символ Дня Победы – георгиевские ленточки. Воспитывать патриотизм, рассказывать о войне нужно с самого раннего возраста, уверены воспитатели. А участие в таких мероприятиях малыши воспринимают намного лучше, чем просто беседу. Только через патриотическое воспитание мы можем воспитать детей, привить к ним любовь. Любовь не только к родине, но просто уважение. Уважение к самим себе, уважение к ближнему. А вот это все, это их жизнь, будущее. И наша жизнь, наша Россия вообще. Поучаствовать в церемонии и посмотреть на дошколят собрались жители деревни, среди которых и ветераны Великой Отечественной войны. Они не понаслышке знают, какой ценой нам досталась победа и насколько дорог всем поколениям праздник 9 мая. Это великое счастье было для народа. Мы рады, что мы победили. А для других поколений, чтобы это не забывалось. Это все-таки это же память, это победа была, и это надо помнить. День Победы – это радость со слезами на глазах. Как же трогательно слышать эти слова из уст ребятишек. Программа мероприятия была очень разнообразной. Собравшиеся гости умилялись и детскому исполнению танцев, и чтению стихов. И для личной славы вам страна выдала награды не жалея. Доставайте чаще ордена, мир от них становится светлее. Слушайте, слов нет. Вы видите, посмотрите на меня, какая я. Вот так. Вообще, я считаю, великое спасибо тем воспитателям, преподавателям, которые работают и растят вот такую семью. И для самих малышей было очень важно принять участие в праздничной церемонии. Они очень хорошо реагируют, им это интересно, они с удовольствием готовятся к праздникам. Они сегодня, даже многие говорят, родители вставали с удовольствием, бежали в детский сад, чтобы побыстрее вот увидеть это мероприятие. Им очень нравится. В честь Дня Победы ребята сделали своими руками подарки. Вручение их гостям, особенно ветеранам, несомненно, останется светлым и ярким воспоминанием из детства. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.